Этот промышленный вентилятор работает на севере канадского города Ванкувер. Он вытягивает СО2 прямо из атмосферы. Канадская компания Carbon Engineering разрабатывает технологию с 2009 года. Уже в 2015 она начала смешивать СО2 с водородом и превращать его в синтетическое топливо. А 7 июня она опубликовала результаты своих трудов в научном журнале Joule, описав технологический процесс. В статье говорится, что поглощение тонны СО2 обойдется всего в $100. Для мира извлечение СО2 из атмосферы – это важный шаг, очень сложный и дорогой. Теперь компания собирается использовать разработку в коммерческих целях. Она планирует построить заводы по захвату СО2, каждый из которых в день сможет производить 250 баррелей чистого синтетического топлива. Процесс включает электролиз воды и создание жидкого углеводородного топлива. Инфраструктура для такого топлива уже есть. Нам не нужно проходить дорогостоящий процесс модернизации инфраструктуры. А это еще один подобный проект, который запустили в работу в Исландии. Все СО2, которое вырабатывается на этой тепловой станции, закачивают в вулканический базальтовый слой, превращая его в твердый карбонатный минерал. СО2 отправляют в базальтовый слой на глубине 1-2 километра. В результате природных реакций между базальтом и СО2 последний превращается в камень всего за 1-2 года. Как только он превращается в камень, он остается в таком состоянии миллионы лет. У компании есть планы переключиться на глубоководное бурение и складировать СО2 под океаническим дном.